Привет! Сегодня я буду делать три образца изделий, которые буду продавать на Wildberries. Приятного просмотра! Щиты сохнут, я начну делать первое изделие. Это у нас будут деревянные ножики для масла, варенья, чего угодно, что можно намазать на хлеб. У меня осталась вот такая кленовая 6-миллиметровая ламель, из нее я и попробую сделать несколько вариантов. Итак, на все это затрачено 6 минут с небольшим. Теперь нужно отправиться на шлифовальный станок. Я сделал три варианта ножей, так что давайте сейчас соберем небольшую фокус-группу. В комментариях напишите, какой вы считаете вариант более выигрышным. Так, а теперь перехожу ко второй позиции. Это будет либо лоток для специй, или же небольшой поднос для подачи фруктов, сыра или чего-нибудь там еще. Так, ну, вроде как все отлично. Единственный момент в центре, я, видимо, что-то в настройках неправильно поставил, и в центре он не выбрал эту полосочку. Так, ну это я сейчас разберусь, а вообще на затраченное время, на вырезание именно вот этой штуки, плюс-минус 15 минут. Это внутренней части и, соответственно, выреза вместе. Так, сейчас попробую второй вариант. Thank you.
Сейчас еще одна фокус-группа небольшая. Давайте выберем из этих двух, какая вам понравилась больше всего. Номер один или же номер два. Так, ну и последнее изделие, насчет которого я, в принципе, не уверен. Но давайте посмотрим, что из этого получится. Проверка. Тяжеловато. Что-то мешает где-то. Надо пошлифовать. Ох ты, ё-моё, я теперь открою. Ё-моё. Надо было сделать припуск побольше. Я всего лишь 0.2. Нет, даже на 0.1 поставил. Надо было минимум 0.4 поставить. Но я думаю, сейчас шлифовка это все снимется и будет ходить отлично. Итак, подведем небольшой итог. За эти пару дней я вроде как выработал несколько позиций. Первое – это ножи для масла, варенья и чего угодно. Какой из этих вариантов пока еще не выбрал, пишите об этом в комментариях. Вторая позиция – это лоток для специй и каких-либо баночек. Либо же это можно использовать как поднос для фруктов, сыра, для сервировки. И что касается третьей позиции, это коробочка, солонка, перечница, что угодно, что там можно класть, неважно. Но что касаемо этой коробочки, мне кажется, ее я, скорее всего, исключу из производства, потому как время на фрезеровку ушло за 30 минут. И, как мне кажется, это уже достаточно долго. Поэтому коробочка уходит жене. А также я подсобрал предыдущие работы. Это большой поднос для специй, пару минажниц, подставка для яиц, ну и, собственно, толкушка. В общем, пишите в комментариях, какие позиции стоит в первую очередь выкладывать, а над какими стоит подумать. А если этот ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!